Этим утром я проходил возле бастиона, который был построен в 1799 году для защиты Одессы, Одесского порта. Враги всегда подходили внезапно, и нужно было стоять на страже, защитить свое имущество, имущество страны, имущество города, за счет чего и жил наш прекрасный город. Это порт. Это означает сердце страны. Я верю, что для нас это прообраз. Когда мы видим то, что строили люди раньше, нам нужно задуматься и посмотреть, что мы построим сейчас. И если тогда защищали пушками, то сегодня, я верю, дорогие друзья, как для верующего человека, как для того, кто уповает на Бога, нам нужно защитить свою страну в молитве. Это время. Время для нас молиться. Это лучшего времени придумать невозможно. Мы понимаем, что ситуация экономически, политически и, можно сказать, по стране, в общем-то, безопасности, у нас нет альтернативы. Нам необходимо молиться. Мы ищем этот подход. Мы ищем, как нам выйти из этой ситуации. Но я верю. И думаю, что ко мне присоединяется много-много верующих к тому, что все может молитва праведника. Как Писание говорит, на стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни день и ни ночь. Услышьте меня, пожалуйста, одесситы. Услышьте меня, люди, которым не безразлично состояние нашего города, нашей страны. И я прошу вас, присоединяйтесь к молитве.